Друзья, вы только посмотрите, какая у нас погодка. Всем привет, вы на канале Сельчанки. Я забежала в Бурлингтон, мне кое-что нужно было купить. И такая вода. Я еду на работу, думаю, что мне обуть. И смотрите, как мне хорошо. Чоботы мои у меня есть. Замечательные, прекрасные. Внутри тепленькие. А сверху непромокаемые. Очень классно. Ой, еду с работы, еду дальше. Сразу у нас идет и снег, и дождь, и ветер. Такая погодка. Ух ты. Поеду еще съезжу. Заеду в Горстко. И там нужно свозить сегодня Оксанину дочь Таню. У нее, ей нужно дать дополнительную там прививку, которая нужна в школу. Ну, там у них есть прививки, все там с переводом, но еще одну нужно в таком возрасте, ну, что-то там. Не вакцина, ничего, друзья, такие обычные прививки, которые нам делали в детстве всегда. То я сразу с работы буду ждать Мирославу, забрать Мироську нашу с работы, 3:30 она. Я уже отработала. Ой, дядька, куда ж ты выскочил? И в Костка заеду. Они тоже хотят. И аппойтмент сделаю, и Мирославу, даст Бог, заберем. И все такое сразу, знаете, все. Так, мы сюда станем. Ну, погодка, ехала на работу, то было нормально, не было ничего так. Это резко поменялось. Холодно. И, ну, не холодно, 32. Но дождь и снег и такой. Сейчас главное ноги не намочить, не простудить. И все будет замечательно. А, в Бурлингтон мне нужно там было купить подарочек. Купила, хорошо. И, друзья, чашки купила. Я вам дома покажу. Даст Бог, приеду. Все будет хорошо. Куда ж-то машина поехала? Вау. Стояла на этой, на полосу стала. Ну, бедненькая, не знала, может быть, что ж поделать. На полосу, где поворачивать налево, а поехала прямо. Прямо. А, за чашки, такие белые, с золотым, какие я люблю, 3 штучки купила, были на скидке уже, клиренс, то я взяла, так понемножку, уже меня, наверное, 4 есть, это еще 3, и я все такие чашки дома хочу поменять, которые каждый день вот так, чай, кофе, знаете, то чтобы такие чашечки были, были чашечки все позолоченные, золотые. Ну, погодка вот замечательная. Так что весны, до весны нам еще. Ого-го, это только может зима у нас начаться. И, конечно же, оно, друзья, скользко. Очень нужно аккуратно ехать. Понемножечку, помаленько. Вот маршрутки кто-то спрашивал, вот где их хата, здесь они живут, друзья. Да, вот такие. Я никогда ими не ездила, не знаю, сколько. Когда-то было $1 за проезд, сейчас не знаю. Ну, это когда-то, то это 10 лет. Сейчас, наверное, кто-то говорил 3, не помню точно. Друзья, мы уже в Костка, и вот кто с нами, мой хороший. Он уже, друзья, сидит вот в тележке, вот на этом месте. Он уже такой большой, ой, такой большой. Девчата пошли туда в холодильник там брать, я туда не иду. Там холодно, подожду их здесь, подожду. Смотрите, что себе взяла, друзья. Помните, в прошлом году я покупала тюльпанчики?
Вот снова их привезли, $14, наверное. Но они как зацветут, такая красота, то я себе купила красотульку. Взяла вот такие. В прошлый раз я брала розовые, наверное. Это розовые с белым. Такие. Пускай будет. Кто-то там так смотрит. Кто? Ой, не нужно палочку грызть. Не нужно палочку грызть. Не нужно. Не нужно. Он так любит по косткам ходить. Он так все разглядывает. Да, Ефремчик? Ефремушка вон у меня. Малявка. И Яков тоже с нами. И вот здесь выпекают сразу. Все так пахнет просто. Ой. И украшают торты они. Все на месте. Все, привезла домой. Приехали и сейчас поедем в школу. Хорошо, что оно все вместе здесь рядышком. Заберем Таню и ушпилим ей укол. Уже 1:57. Нам на 2:30, да. Ну, еще 30 минут, чтобы ее забрать со школы. Вот, какая у нас погодочка замечательная. Приехали мы в школу забрать. Я здесь первый раз стою. Полицейский стоит. Шериф наблюдает за порядком. Так, Оксан, где офис? Куда идти? Так, открыто. Иногда есть такие школы, что закрыто. Нужно, да, вот и здесь. Так, да, нужно кнопочку нажимать. Так, мы уже ждем, друзья. Я первый раз в этой школе. И она очень такая большая. Мы стоим в офисе, туда дальше нельзя. Мы здесь заполнили бумажку. Ну, записали, кого мы хотим забрать со школы, в сколько времени, куда, кто забирает, и роспись. И вот наша девчуля уже шагает. Она сегодня другой день в этой школе. Сюда, даже не знает куда. Приветики, студент наш. Пошли, одевай куртку, а то очень дождик. О, такие ваша сумка, столько книжек, такая ученица. А брелочек такой, ну, у тебя. Главное, что дома. Да. Все, пошли. Thank you. Все. Все закрыто, друзья. Все по кодах, по кнопках. Потому что, ну, сами знаете. You're welcome. Сами знаете, что иногда случается очень. То они, все закрыто. Все под замком. И мы едем. Чтобы забрать ребенка, нужно расписаться. Я думаю, что так кругом. Где хочешь. И уже так. А где наша машина? Сюда идем. Ох, как меня чоботы сегодня выручают. Это просто замечательно. Ну, Таня, школа нравится, да? Да. Тане эта школа очень нравится. Она для взрослых уже. Но я сама заметила, мы вот только в коридоре побыли. Ой, какая вода. Смотри, она в кроссовках. Ноги. Берегите ноги. То чистая, очень школа чистая и большая. Такие широкие, большие коридоры. Сюда, в эту школу ходит Суламита. Но только Таня ходит в 8 класс, а Суламита в 6, наверное. Так что, едем дальше. Еще на заправку заехала. Костка сейчас 3,24 здесь за 1 галлон. 1 галлон это 3,78, наверное, литра. Или 74. Точка. Я и то и забываю. Так, у меня уже 10 галлонов. Такая погодка у нас, холодно. Это только сидеть дома с золотой чашкой и пить горячий кофе или чай. И под теплым-теплым пледом, который у меня. Ну, ничего. Приеду, буду отдыхать. Такая погодка нелетная. Холодно так, сыро. Упс.
испугала. Так, $56 я заправила, 17 галлонов. Ну, там немножечко там было у меня. Там на один квотер или сколько. То так обычно. Так обычно на 60-65 или сколько там заправляюсь. Вот, друзья, какая у нас погодочка замечательненькая, суперовая. Нужно забрать покупочки и идти в дом. Все, друзья, я уже дома. Вот покажу, что взяла сегодня. Да, оно очень нам нужно. Оно как раз было на скидке. Так, 6 за 4,50, 21. Одно яйцо помещается. Это чтобы дома были те яйца, которые мы едим. Так, и вот подарочек еще купила такие для именинника. Такие штаны и такая рубашечка. И брючки. Так, и там Марика, открывай. Да, это купила чашечки. Было 5 за 4 на скидке. Все, мы все соберем такие вот. Это 2,59. Три штучки было. Да. Да, да. Мама вас мотивирует, да. 3,89. А была она сколько, Марика? А ну, смотрю. 5. Ну, копейка до копейки, рубль. Да, вот такие чашечки. И здесь это с костка рыбка. Сделаем селедочку. Я просто ее, друзья, солю. Есть у меня такая приправка. И очень люблю. $30 она. Так, бананчики взяла. Вот еще эту штучку взяла. Здесь 1 килограмм в костка. Сейчас $4 скидки на нее. Не помню, за сколько я взяла. 14 или 13. Попугайчики сзади, как всегда. И огурчики. И вот свою красоту. Ой, что я там так пристала? Мамочки. Не могу достать, приклеился. Кто там сзади меня, рыжик? Сейчас я покажу. Вот так я сейчас покажу мою красоту. Смотрите, какое я прекрасное. Воды нужно, чтобы были вот так, не выше вот этих корешков таких. Я покупала такие тюльпаны, друзья, себе в прошлом году. Я просто взяла, потому что я, ну, даже не верила, что они будут так цвести или как расцветать. То вот сначала будут вот такие, затем так и вот так. И это правда. Со мной увидите, я буду вам показывать. И там в магазине, конечно же, ну хотя и тепло, но все равно в доме им будет лучше. И так они долго стоят, такие красотульки, то я снова себе взяла. Были розовые, сиреневые, я захотела вот такие взять. На этот раз желтенькие были. Вот тюльпанчики наши. Красавицы. Так что, друзья, будем наблюдать. Буду вам показывать. Все. Такие мои покупочки. Вам спасибо за просмотры. Всем пока-пока. Иду отдыхать.